Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня с нами на связи из Минска журналист, писатель, исследователь славянского мира и вообще многих духовных учений Андрей Ивашко. Андрей, здравствуйте! Да, здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, уважаемые зрители, ваши подписчики вашего канала. В прошлый раз мы с вами поговорили о том, как нужно правильно работать с информацией, как правильно ее перерабатывать и как вообще сегодня дело обстоит с информацией, как люди ведут себя. Передача получила, я бы так сказала, резонанс. Вот, и были люди, которые говорили спасибо и хотим продолжения, да, но также были люди, которые, собственно говоря, среагировали ровно так, как мы с вами обсуждали в процессе диалога. В любом случае, неравнодушных не осталось, что, как мне кажется, очень хорошо. И сегодня мне бы хотелось с вами побеседовать не на какую-то конкретную тему, а именно обсудить вот ту реакцию, которая пошла у зрителей на ваши слова, да. Мне кажется, важно в этом разобраться, потому что сегодня мы действительно, не всегда умеем и работать с информацией, и правильно реагировать на это, да, и какие-то выводы делать. Опять же, у людей возникли вопросы, я знаю, что вы читали комментарии, и я сегодня буду задавать вам не столько свои вопросы, сколько вопросы, которые возникли у зрителей. Как вам такой формат? Прекрасный формат, Светлана. Я хотел бы начать со слов благодарности вашим подписчикам за комментарии. Я прочитал внимательно комментарии к двум видео, которые получились по итогам нашей прошлой встречи. Я хочу поблагодарить всех высказавшихся за искренность, потому что были, как вы сказали, не только позитивные, но и много отрицательных, я бы даже сказал, граничащих с гневно отрицательными отзывами. Это предсказуемо, и более того, это наглядная демонстрация того, о чем мы действительно с вами говорили. Может быть, говорили не столько обстоятельно, сколько нужно было бы для того, чтобы у ваших подписчиков сложилась какая-то цельная картина, как именно работать с информацией, но я думаю, что мы, отталкиваясь в том числе от этих примеров, мы сможем как раз более наглядно показать, как работают информационные технологии и какие именно ошибки конкретные ваши подписчики допустили, что видно по их комментариям. И хочу сразу обозначить мое участие в этом в нашем с вами таком совместном мероприятии, в нашей с вами беседе, носит исключительно образовательный характер. И моей в данном случае сильной стороной является как раз-таки то, что я не заинтересован в том, чтобы понравиться вашей аудитории. Мой главный интерес не понравиться, а сделать так, чтобы эта встреча была полезной. Будет ли она комфортной? Не факт. Для многих из ваших подписчиков, судя по комментариям к предыдущим видео, не факт. Но моя задача сделать эту встречу не столько комфортной, сколько полезной. Но, естественно, что максимально комфортный, но главный акцент все-таки на полезности. И когда людям, конечно, рассказываешь о некоторых их ошибках, учет которых им же поможет стать лучше, совершеннее, в том числе и реализовать ту идею борьбы, например, если кто-то из ваших подписчиков, судя по комментариям, так и есть, например, искренне стремится оказать сопротивление электронному концлагерю, то это его право, безусловно. Но просто учет того, о чем мы с вами проговорили в прошлый раз и проговорим, я уверен, в этот раз, поможет самим же вашим подписчикам сделать свою борьбу более эффективной. Вот, поэтому здесь, я думаю, у нас сейчас будет достаточно интересный разговор, Светлана, так что я готов, конечно. Я тоже на это надеюсь. Но вы знаете, давайте начнем с самого, наверное, такого массового, скажем так, претензии, которая к вам, которая звучала в комментариях, да, это то, собственно говоря, что когда вы призвали людей к спокойствию, очень многие к сохранению спокойствия сказали, что сегодня нагнетается психоз. Вот мы берем ситуацию с так называемой пандемией, да, и мы видим, что мы с вами говорили о том, что сегодня психоз нагнетается как теми, кто
поддерживает ограничения, как теми, кто и, собственно, выступает против них. Да? И очень многие слушатели восприняли ваши слова как призыв к бездействию, а к такому, знаете, просто такому философскому созерцанию со стороны. И при этом естественная реакция у людей: ну, слушай, но мы же живем в обществе, парень, как я могу не реагировать, если меня, вот я хожу в магазин, да, и меня каждый раз там маску заставляют надевать, да, или как я могу терпеть, вот всех на дистанционку детей посадили, как я могу терпеть, как я не могу, надо же бороться, да, то есть надо же противостоять этому злу, ну и как бы это у людей нормальная реакция. Да, вы правы. Вы правы, Светлана. И здесь давайте мы начнем с того, что есть такое понятие, с которым хотелось бы познакомить ваших подписчиков – искусственная связка разных понятий. Некоторые называют это более жестким словосочетанием – ментальный идиотизм. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но здесь слово «идиотизм» используется в медицинском ключе. Именно в медицинском, как описание психического феномена, когда человек не может отличить похожие по форме, но разные по содержанию феномены. Ну, например, стул от табуретки, грубо говоря. Чем-то они похожи, но все-таки разные. И вот если человек не может их отличать друг от друга, то в таком случае это, вот это невникание в детали является с медицинской точки зрения идиотизмом. Я это называю больше все-таки более мягко, искусственная связка разных понятий. О чем идет речь? Дело в том, что когда человек эмоциональный, у него, как правило, причем эмоциональный плюс, когда у него есть дуальное мышление, как правило, у него все возможные феномены в мироздании разделяются на два кластера, один из которых приобретает такой эмоциональный оттенок плюса, второй эмоциональный оттенок минуса. Люди привыкли, реактивные люди привыкли к тому, что реакция идет исключительно из возбуждения. И поэтому у людей есть искусственная связка разных понятий, что если человек действует, то это означает, что он автоматически внутренне взбудоражен. И если человек спокоен, то это означает, что он автоматически бездействует. К сожалению, это распространенное заблуждение в округах тех людей, кто не углубились в хотя бы в одно, неважно какое, духовное учение. Потому что все духовные учения учат появлению третьей системы координат, где человек действует из спокойствия. То есть внутри у него спокойствие, иной раз умиротворение, безмятежность, говоря языком буддизма, кристально чистое осознавание внутри, никаких эмоциональных помех. И благодаря этому есть ясность восприятия. Благодаря этому есть большее понимание того, что происходит. Благодаря этому есть более точные решения. И как результат, больших успехов человек достигает. Я именно к этому призываю ваших подписчиков и подписчиц не именно найти третью систему координат между спокойным бездействием и взвинченным действием. Проблема в том, действие должно быть осознанным. Конечно. То есть вы не призываете к бездействию, просто любое действие должно быть осознанным. Конечно. И то, что люди увидели в этом, в том, что я говорил, то, что они увидели в этом попытку усмирить гнев праведный народных масс, которые бунтуют против заговора, точнее сговора, я бы так сказал, финансовых элит, то, к сожалению, это четко говорит о том, о чем я вам сейчас сказал. Дело в том, что если бы ваши подписчики просто удосужились не делать выводы быстро на эмоции, а просто узнать, например, что мной было сделано ради интереса вот за 10 лет. Ну, да, 10 лет. Мы давайте будем говорить о части подписчиков, потому что достаточно большая часть подписчиков вас поняла и поддержала. То есть в комментариях, да, я имею в виду, конечно, безусловно, вот эту часть подписчиков, да, то люди бы увидели, что я сам не следую вот этой философии, я не живу в оторванном от реальности мире, и наоборот, я разработал целую методологию выведения людей, вот оторванных от жизни философов, их заземления, для того, чтобы их философия стала более продуктивной.
Понимаете, просто незнание моей личной истории у людей сказалось. Но казалось бы, вот вы можете сказать, они же не обязаны знать мою личную историю, правильно, не обязаны. И здесь нету ничего такого, что люди не знают моего вклада, который я сделал. Они бы увидели, что их суждение ошибочно. Ошибка некоторых ваших подписчиков, наиболее активных в комментариях, в том, что они сделали выводы сразу на эмоции. Понимаете, вот это ошибка. А я об этом говорил, кстати, в прошлом. Знаете, вот касаясь непосредственно вашей деятельности, там вами была так сказана фраза, что многие сочли это, что вы призываете, ну, как бы, то есть вы когда говорили по поводу того, что вот нужно действовать, вот и я сохраняю спокойствие, и у вас там такая фраза прозвучала, я ни капельки не просел, то есть такой вот именно термин «не просел», который больше воспринимается как экономический, что я типа не потерял, я все замечательно зарабатываю, у меня все прекрасно, моя жизнь не изменилась, мои доходы не изменились, и многие это восприняли именно вот так. И то есть типа, ну, у парня все хорошо, он призывает там за свою семью, за свой род, и типа обо всех не волноваться, ну и плевать на всех, да. То есть вот некоторыми людьми вот эта реакция была воспринята именно таким образом. И действительно, мы же с вами понимаем, что сегодня основная масса людей в принципе не готова к такому вот, ну, скажем так, духовному развитию, которое демонстрируете вы, и это в любом случае духовное развитие, оно длится годами, да, то есть люди понимают, что ситуация вот здесь, сегодня, сейчас, и нужно действовать незамедлительно, быстро, пока мы тут все духовно развиваемся, ну, мир просто изменится, и все может рухнуть, скажем так, вот у людей-то логика такая. Да, я понял, Светлана, благодарю вас. Давайте, вот вы сейчас озвучили два тезиса, и я прокомментирую каждый из них. Начнем с того, что действительно, я за свои слова в ответе, как и любой другой преподаватель, я действительно не просел. Но не просел не потому, что эта ситуация меня не коснулась. Дело в том, что ваши подписчики сделали ошибочный вывод, опять же, не удосужившись уточнить, собрать информацию. А сделали выводы на эмоциях, потому что в их ожидании, стереотипе ожидания, если человек говорит, что он не просел, значит, он никак не пострадал. И поэтому автоматически это ожидание было экстраполировано на мои слова. Меня, как и подавляющее большинство наших соотечественников, начиная с марта месяца, жизнь ломала об колено. Я не просел не потому, что меня ситуация с коронавирусом и коронавирусный экзамен никак не затронул. У меня поломались, в принципе, все мои планы. Я не просел по той причине, что я не ныл, не поддался на конспирологические теории. Вместо того, чтобы, увидев, что сейчас разобраться в ситуации не получится, я вместо того, чтобы просто терять время и истериковать, я взял себя в руки, сохранил самообладание, нашел новые возможности, реализовал их и благодаря этому стабилизировал ситуацию. И в своем внутреннем мире, и в жизни моей семьи, моего рода, и тех родовых процессов, которые на данный момент происходят, и в жизни школы «Рассвет Сварога», которая достаточно быстро и эффективно перестроилась, и мы смогли все-таки закончить учебный год. Да, не без потерь, безусловно, но мне удалось это сделать. Потому я действительно не просел, но не из-за того, что я где-то витаю в облаках и где-то живу в каком-то таком мире, где меня абсолютно эта ситуация не коснулась. Она меня коснулась сильно. Просто люди четко... Нет, тут просто, знаете, тут многие, может быть, увидели в этом, что такой совет «выживай как можешь сам», то есть типа плевать на всех, что там происходит в государстве, а просто сам ищи возможности для себя, и все. Главное, чтобы самому не потонуть. Вот я думаю, что тут такая была реакция. И вновь мы видим искусственную связку разных понятий. Потому что вот у меня есть такая аллегория, я ее частенько использую, поскольку часто на самолетах летал до коронавируса, зона турбулентности. Когда самолет попадает в зону турбулентности, пилоты включают дополнительные стабилизаторы, которые позволяют самолету проходить через зону вот этого обратного воздушного потока. То есть они не упраздняют воздушный поток,
но они включают дополнительные стабилизаторы. И поэтому вот этический аспект этих стабилизаторов, он разный. То есть каждый сам привносит этику и уровень этики в те стабилизаторы, которые он в своей жизни использует, проходя зону турбулентности. А сейчас зона турбулентности у всех. Теперь смотрите, выживай как хочешь, а там после меня хоть потоп. Я уверен, что некоторые ваши подписчики на эмоциях именно этот тезис мне приписали. Это, конечно, не так, но увидеть это легко, если человек просто хоть немножко соберет информацию о том, что было за последние полгода. Наоборот, но могу сказать так, что если вдруг, вот я приведу такую аллегорию. Вот сейчас зима, гололед. Вот представьте, человек думает об общественном благе, но тут он поскользнулся. В момент, когда он поскользнулся, ему необходимо либо устоять на ногах, либо падая, сгруппироваться. Так, чтобы он ничего не поломал. Если он поломает, от него меньше будет пользы другим людям. Важно понимать, что если человек заинтересован в позитивных социальных изменениях, если он не только эгоист, но и альтруист, то ему для того, чтобы помогать другим, а все мы к этому стремимся, и, конечно, я уверен, что у некоторых ваших подписчиков могло сложиться мнение, что это дикий эгоист, по принципу «выживай как хочешь», но альтруистическая сторона мне присуща тоже. И я прекрасно понимаю, что от моей дееспособности зависит моя возможность реализации моих альтруистических целей, помощи другим. Если я сам буду поломанный, потерявшим стабильность, потерявшим состояние ровное, такое, потерявшим самообладание, самоконтроль, упустившим из-под контроля все те сектора управления, которые у меня есть, от меня пользы другим будет меньше. Поэтому простая народная мудрость, которая сейчас звучит каждый раз, когда кто-то куда-то летит в самолете при демонстрации аварийно-спасательного оборудования. Когда выпадают кислородные маски, сначала оденьте маску на себя, а потом помогайте другим членам экипажа. Поэтому если у ваших подписчиков есть желание что-то действительно полезное для общества сделать, целесообразно, чтобы они были в высокой дееспособности своей. И если вдруг человек проседает, он и его семья проседает, и его непосредственное дело, которое он является его сектором ответственности, первое, что нужно сделать, нужно стабилизировать это, и только потом, отталкиваясь от этого, помогать остальным. Если я сам тону, я не смогу спасти того, кто тонет рядом. Понимаете, это правило. Поэтому я понимаю, русский народ — это народ МЧСник, когда хочется кого-то спасать. Но проблема в том, это очень здорово. Это говорит о высоких моральных качествах. Да, безусловно, так и есть. Это достоинство, это сильная сторона. Я не утрирую, не шучу и без иронии об этом говорю. Но дело в том, что на МЧСников учатся. Геройствовать можно только лишь, если у человека есть предварительная подготовка. Вспомните, пожалуйста, вот и вы, и ваши подписчики, вспомните, кто проходил курсы вождения, кто автомобилист. Вспомните оказание первой помощи. И, по крайней мере, у нас был достаточно такой забавный, с юмором один медик, который нас обучал первой помощи. И он говорил так, что если вдруг вы видите внештатную ситуацию, вызывайте МЧСников и, пожалуйста, не геройствуйте. Потому что в подавляющем большинстве случаев попытка героически кому-то помочь без спецнавыков оборачивается тем, что МЧСники, когда приезжают, вытаскивать надо уже двоих. То есть работает больше. Да, я с вами согласна, потому что я сама пару лет назад проходила курсы оказания первой медицинской помощи, и как раз наш преподаватель, который нам читал там всю лекцию, то же самое сказал, что вот когда волонтеры, которые ничего не умеют, лезут там куда-то кого-то спасать, в наводнение, в пожар, в лес, и тут, да, то есть действительно очень часто приходится потом, то есть они не помогают, а усложняют работу.
То есть если ты хочешь помочь, ты должен, опять же, пробивая в спокойном состоянии, понять конкретно, чем ты можешь помочь вот в данной ситуации. Да? То есть что ты конкретно умеешь, ты, может быть, там хорошо можешь искать в лесу ориентироваться, да? Там ты можешь перевязки делать. А если ты ничего не умеешь, но при этом хочется... Но вот сам порыв геройства, мне кажется, все-таки, понимаете, он сегодня настолько редок, что в любом случае нельзя его игнорировать, и нельзя его... Мне кажется, тут просто еще, опять же, люди эмоционально реагируют, и сразу, как это так? Как это так? Геройство, ну, это же сегодня так редко, это же так здорово быть героем. Да, я понимаю вас, и это желание быть героем, как раз-таки оно говорит о высоком потенциале. Вот здесь, Светлана, я с вами не соглашусь, что... Порыв геройствования, желание быть героем и проявить себя как героя, что это редко. Я как раз-таки наблюдаю это повсеместно. И более того, активность в комментариях и вот этот вот режим стулодесантных батальонов диванных войск спецназначения Руси, вот это, в принципе, кривая реализация вот этой попытки геройствовать. Нет, но быть героем в интернете ничего не стоит, понимаете, особенно под дело. В том-то и дело. Поэтому я за геройство. Еще раз хочу, чтобы ваши подписчики меня поняли правильно. Я за альтруизм, я за взаимопомощь, взаимовыручку, за поддержку друг друга, особенно в трудное время. И поэтому мой вклад, например, во все это, то, что я сознательно сейчас, на протяжении всего этого коронавирусного экзамена, не участвую ни в каких конфликтных ситуациях. Единственное, что, ну, это связано с событиями в Беларуси, где я активно принял участие, как раз-таки внес свой вклад в то, чтобы Майдан не прошел. Но вообще я сейчас не участвую ни в каких конфликтных ситуациях, потому что сейчас накала страстей, конфликтов очень много. И поэтому неучастие в конфликтных ситуациях сейчас – это самое важное, что сейчас можно сделать. Потому что у людей зарядился конфликтный потенциал, и когда они не могут дотянуться до тех, до кого им хотелось бы дотянуться, допустим, до каких-то мировых финансовых элит, то у них вот этот конфликтный потенциал, как правило, выплескивается на самых близких и либо по крови, либо по духу людей. Поэтому я за то, чтобы люди управляли своим геройским потенциалом. И если уж человек хочет быть героем, это приветствуется, это здорово. По сути, быть героем — значит реализовать свой потенциал. Но я сторонник того, чтобы потенциал реализовывался грамотно. А это значит из спокойного состояния. Вы знаете, я вот сейчас читаю учение Гурджиева, и там как раз вот по поводу геройства такая мысль звучит, что... Ну, вот те герои, которые становятся героями во время военных каких-то действий, да, это люди, которые проявляют силу воли, но она проявляется под принуждением, под насильственным принуждением, да, то есть они как бы вынуждены, вот эта сила воли в них вырастает, и они вынуждены становятся героями, да. Но опять же, тут вот я призываю не буквально все каждое слово понимать, да, и гораздо сложнее быть героем в гражданской жизни, когда нет силового принуждения, но ты при этом должен взращивать в себе вот эту силу воли. Это очень сложно, бороться с леностью, бороться, когда нет никакого сопротивления, вот себя именно, поднимать себя с дивана, идти там куда-то чего-то делать, да, вот, ну, как бы просвещать людей, да. Вот здесь вот выращивать вот силу воли в таких условиях гораздо сложнее. И Гурджиев как раз называют вот именно этих людей, которые, которых вроде все хорошо, все, но тем не менее они ищут, они что-то там вот не успокаиваются, вот они развиваются вот истинными героями, он их называет, ну, как я понимаю, вот он их называет. Ой, Светлана, это даже не сам Гурджиев, а его ученик, там, беседа с его ученика. Бальзам на мои уши, Светлана. Благодарю вас, но вы должны быть готовы к тому, что сейчас и в вашу сторону тоже посыпятся гневные комментарии после таких-то слов. Я понимаю, Светлана, благодарю вас за эти слова. Мы по этому центральному вопросу являемся полными единомышленниками. Я только со своей стороны сделаю еще один шаг, как бы отталкиваясь от того суждения, которое вы сейчас сказали, сделаем еще один шаг.
действительно гораздо проще выглядеть героем в своих собственных глазах, именно и проще стать героем в условиях боевых действий. И русский народ действительно... Давайте все равно скажем, что это далеко не просто. Это очень непросто, и далеко не каждый может. Организационно. Смотрите, одно дело, когда вот чисто организационно, если мы возьмем, на вас едет танк, у вас есть в руке там, коктейль Молотова, да, там, или граната, или что-то. И что-то включится, какая-то генетическая память, вся жизнь пронесется перед глазами, человек бросится под танк, подорвет из себя и танк, станет героем. Это достойно, это действительно достойно. И это то, чем русский народ всегда славился, и почему русские считались великими воинами. И мы выросли на идее героических подвигов в войне, в боевых действиях. А вот, к сожалению, попытка привить геройство в созидательном труде, то, что пытались сделать в Советском Союзе, к сожалению, это получилось сделать только на уровне старшего поколения, а молодым поколениям, кому до 60, этого привить не получилось. Ну да, вот стахановское движение, атомный проект, то есть когда вот это возрождение, индустриализация, вот... Да. Поехать куда-то там на БАМ и жить в каких-то жутких условиях. Раков. Но вот именно проявлять ударный труд. Вот и такое словосочетание в советское время было применено – ударный труд. И обратите внимание, что до сих пор Россия сегодняшняя живет в основном на активной эксплуатации того, что было наработано в Советском Союзе, в советское время, во время этого ударного труда. Так вот, получается, что когда человек хочет быть героем, а у него в голове образы героизма только в боевых действиях, он даже в мире будет заинтересован, в мирном времени он будет заинтересован создать себе картину войны. И благодаря этому, собственно, проявляет какое-то усердие в борьбе с какими-то темными силами в мирное время. И вот проблема неправильного использования своего потенциала в том, что миллионы людей, желающих стать героями, они в мирное время живя генерируют образы войны. И при этом, к сожалению, вынужден признать, что когда реально приходит какая-то беда, военная ли, или то, что похоже на военную, или то, что может к боевым действиям привести, как, например, Майдан в Беларуси, то сразу заметно, кто из этих героев реально готов геройствовать, а кто сразу же в кусты. И как говорил мой отец знал толк в войнах, потому что он боевой офицер, ветеран Афганистана, и как говорил мой отец так, что все люди делятся на две категории. На тех, кто призывают к войне, и на тех, кто воюет, к сожалению. Но нет больших пацифистов, чем солдаты и офицеры, как он мне говорил. И поэтому я хочу, чтобы вы понимали, да, безусловно, я за мир. Безусловно, за мир. Но я не могу сказать, что я никогда не участвовал в конфликтных ситуациях и в противостоянии. Простой пример – белорусский Майдан здесь. Буквально вот на наших глазах произошедшее. Дело в том, что я противник иллюзии борьбы в мирное время. То есть если уже творить, созидать, то творить и созидать. Если уже бороться, то реально бороться. Я противник создания симуляции борьбы для создания самому себе иллюзии, что я боец. Что я боец невидимого фронта, в общем, там, с какими-то мифическими темными силами. Потому что это не борьба. Это самообман. Поэтому, да, конечно, я за мир. И в целом я сторонник того, чтобы конфликтов становилось все меньше. И я их очень не люблю. Но в отличие от тех, кто, от некоторых тех, кто обвиняют меня в излишнем миролюбии, я знаю, что такое конфликт, знаю, что такое война, потому что вырос в семье военного, ветерана войны. И кроме того, все-таки Крымская весна, пребывание в Киеве незадолго до Майдана 2014 года, плюс наблюдение и не только наблюдение за происходящим в Беларуси здесь, где просто выходить на улицы иной раз небезопасно, то я знаю, что такое противостояние, я знаю, что такое войны, в том числе информационные. И я готов поделиться своим знанием, чтобы у некоторых ваших подписчиков, у кого, судя по комментариям, есть иллюзия своей сопричастности к какой-то борьбе, потому что есть потребность нарисовать себе картинку борьбы, то я предлагаю выбор. Или становитесь реально борцами,
там, неважно, против чего считаете нужным, за что считаете нужным, это личная философия каждого. Против электронного концлагеря, пожалуйста, ваш выбор. Но становитесь тогда реально борцами. Или тогда уже не генерируйте мыслеобразы войны, а мы все знаем, что образы материальные, не генерируйте образы войны, когда вас война напрямую не коснулась. Понимаете? Вот ведь я сторонник вот, это, вот этой определенности. То, что демонстрируют стулодесантные батальоны диванных войск, к сожалению, это как раз наглядный пример, когда люди сели между стульев. И нельзя сказать, что они борются, и нельзя сказать, что они используют возможности мирного времени. Mm-hmm. То есть они и не воины, и не гражданские получились. Ну, смотрите, борьба ведь, ну, как бы слово «борьба», оно не обязательно, что мы с оружием в руках, там, да, или там с камнями от брусчатки идем на передовую, да, то есть борьба ведь может быть и на юридическом фронте. Вот, грубо говоря, сегодня у нас в связи с введенными определенными мерами ограничительными в связи с пандемией вводится дистанционное образование, что однозначно вредит здоровью как физическому, так и психологическому наших детей. И, естественно, родители борются. Каким образом? Они выходят, они пишут гневные письма, там, ну, как бы, они протестуют, то есть они собираются, они подают иски, да, то есть, как бы, то есть это борьба. Не, то есть здесь оружие – это не винтовка, естественно, а это, допустим, закон, да, там, то есть это, опять же, борьба. Сегодня форма протеста, это, я считаю, что это нормальная форма протеста, когда люди выходят и заявляют свое право, заявляют ну, как бы, свое недовольство, выходя на митинги, выходя с протестами, там, с какими-то, как еще по-другому человек может высказать свое недовольство и свою как, точку зрения отстоять. Да, Светлана, вы правы. Единственное, что здесь немножечко, может быть, есть несогласие с терминологией, о том, что вы говорите, что борьба не всегда подразумевает наличие оружия. Я бы сказал просто, что термин «оружие» подразумевает не только винтовки, но и это в любом случае у каждого, кто намерен бороться за что-то или против чего-то в соответствии со своими убеждениями, у него должен быть заготовлен арсенал. И самое главное, это умение этим арсеналом пользоваться. Вот я приведу такой пример. Вот из разряда горячих войн, именно из разряда горячих войн, раз уж ваша значительная часть ваших подписчиков все-таки заряжены на борьбу, то я приведу вот такую две аллегории. Афганская и Первая чеченская войны. Дело в том, что в Афганистане потери были гораздо меньше, чем в Первую чеченскую войну. И знаете почему? Дело в том, что в Афганистан, когда отправляли солдаты и офицеров, они все проходили предподготовку. Предварительную подготовку. То есть прежде чем забросить, ну это вообще специфика именно советского времени, и слава богу, что сейчас это, по крайней мере, вот в 2000-х годах это возродилось в России. Но всегда боец, как перед тем, как его забросить на фронт, он проходит так называемый курс молодого бойца. Это для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы боец выжил в самом первом сражении. Потому самый главный совет, мне очень нравится эта фраза, она прозвучала в одном фэнтезийном произведении, который такой матерый воин старый дает молодому необстрелянному, который вот рвется в бой, вот самый первый бой, говорит, ну скажи, какой совет ты мне дашь? Он говорит, доживи до завтра. И курс молодого бойца нужен для того, чтобы боец, рвущийся в бой, не погиб в первом же бою. И задача в первом бою просто выжить, а уже со второго боя начиная, где-то там он уже начинает где-то как-то что-то из себя начинать проявлять, хоть что-то там отстреливаться. Должен быть курс молодого бойца. Потери в Первой чеченской войне были большие именно по той причине, что вчерашних мальчишек, одиннадцатиклассников, вручили им автоматы и бросили против опытных бойцов, ветеранов Афганистана. Естественно, что потери были огромные, потому что многие из них гибли в первом же сражении. Так вот, к чему я это все говорю. Неважно, на каком фронте человек ведет борьбу, если уж он решает бороться за свои какие-то убеждения, у него всегда должна быть предварительная специальная подготовка, чтобы не погибнуть в первом же
противостоянии. Неважно, это горячее противостояние, это информационное противостояние, где он сразу же сдает свою голову в аренду, или какое-то мистическое противостояние, или юридическое, или еще что-то. Я сторонник того, чтобы у людей была предварительная подготовка. То есть, опять же, мы приходим к тому же, о чем говорили про геройствование. То есть, хотите быть героями, учитесь. Если уж вам так важно именно внести свой вклад в борьбу, если так важно бороться, боритесь. Я вам даже могу подсказать конкретно, где вы можете почерпнуть некоторые методы борьбы, если, например, ваши убеждения этому помогут. Ввиду моей личной истории, я достаточно хорошо разбираюсь в майдановских технологиях. В майдановских технологиях, в технологиях цветных революций. Пожалуйста, почитайте Джина Шарпа и его... Я почему-то так и подумала, что вы сейчас эту вещь порекомендуете. 98 методов ненасильственной борьбы. Дело в том, что по этой методичке организуются цветные революции на постсоветском пространстве, начиная с оранжевой революции 2004 года. Там есть некоторые приемы, которые вполне могут... Там это экономические методы противостояния и юридические методы противостояния, и определенные там молодежные методы противостояния. Там все это есть. То есть кому близко более духовное противостояние, вот как мне ближе все-таки вот эти образы сейчас, то мне близок опыт Далай-ламы и Махатма Ганди, Льва Толстого, например, в решении подобного рода вопросов. И здесь каждый сам выбирает уровень технологического решения, что ли, в реализации своих идей. Когда уже возникает какое-то противостояние, то каждый должен определить свой инструментарий. Понимаете? И в этом плане, конечно, когда говоришь людям о том, что если хотите бороться, то, пожалуйста, успокойтесь и ищите решение, люди, естественно, расценивают это зачастую как то, что вот наш гнев праведный хотят усмирить, и поэтому тот, кто это говорит, значит, он серый, он рептилоид, он масон, он еврей, он в сговоре с мировым правительством, в общем, он поп-гапон, как написали в ваших комментариях там, к предыдущим видео и так далее, потому что работает на врагов, конечно, агент системы. А почему люди сделали вывод, что я, грубо говоря, агент системы? Почему я это слышу уже на протяжении, наверное, лет 7 в свой адрес? Потому что все, что я предлагаю искать решение в спокойном состоянии. Все. И учиться. То есть это работа над собой. Это самая сложная, самая тяжелая работа. Это работа над собой. В мирных условиях, когда, в принципе, можно этого не делать, и можно и так существовать. С рептилоидами гораздо легче бороться, чем... Да, Андрей, ну смотрите, вот опять же, еще один из моментов, на который чаще всего реагировали, да, и сегодня у вас это опять прозвучало, это конспирология, конспирологические теории, что вы их не поддерживаете. Вот тут хотелось бы понять, что вы считаете конспирологическими теориями, потому что на самом деле в этом вопросе здесь... С одной стороны, действительно много и надуманного, да, фантазийного, иллюзорного, да, а с другой стороны, это очень удобная технология назвать все конспирологией и объявить всех, кто с этим борется, да, или там поддерживает маргиналами и увести в сторону. То есть, и мы сегодня видим, как многие вещи, которые вчера еще назывались конспирологическими, да, сегодня нам вполне себе демонстрируются воочию, и они не просто демонстрируются, рассказываются, а мы видим, как это все делается, да, то есть вот мы видим определенные сценарии сегодня воплощаются по всему миру, и это уже сложно назвать конспирологией, хотя вчера это все те, кто об этих действиях говорил и предупреждал, их называли конспирологами, они были маргиналами. То есть вот тут достаточно тоже тонкий вопрос, хотелось бы понять, что вы называете и как вы к этому относитесь. Да, благодарю, Светлана, за вопрос, и я очень рад, что он прозвучал. Действительно, пора расставить точки над «и». То, что я вам сейчас скажу, вас может удивить, и ваших подписчиков некоторых тоже. Я конспиролог. То есть я впервые познакомился с конспирологическими теориями, когда мне было 13 лет.
Когда я прочитал книгу, которая в Украине никогда не была запрещена и не запрещена до сих пор, но она в России была потом, уже после того, как я с ней познакомился, она была под запретом, поэтому я не буду называть на всякий случай, чтобы ничто нигде не щелкнуло и не сработало. Но это была книга, которая стояла на ярко выраженных антихристианских, антисемитских позициях, обличала масонов, евреев, мировое правительство, увлечало то, что они работают на международное правительство, как потом стали раскрываться подробности в виде рептилоидов. И там был достаточно такой эмоциональный призыв бороться с христианством за возрождение вот славянских самобытных древностей. Это было в период моего отрочества, до того, как я познакомился именно с духовной составляющей славянского ведического направления. А заехал я вообще на эту информационную тему именно со стороны конспирологии и именно со стороны вот этой образа борьбы. Потому что этот образ борьбы, он и привел к тому, что я насовершал в юности определенные ошибки по незрелости своей. Но смысл вот о чем. Я информационно знаком с конспирологией. И под конспирологией, ее начали называть конспирологией относительно недавно. До того ее называли теорией заговора. С моей точки зрения, крайне неудачный термин. Он не выражает полностью информационного наполнения, потому что это не теория и точно что не заговора. Это скорее вот можно было бы назвать теорией сговора, это еще бы хоть как-то выражало, но заговора точно нет. Заговор — это этап подготовки, а когда уже есть реализация, то это уже точно не заговор, это именно сговор. Так вот, могу сказать, что конспирология или теория заговора выросла из глубины различных духовных и особенно мистических учений. То, что сегодня конспирологией называют, вот эти тезисы конспирологические, они были известны в различных мистических орденах. Например, идея о том, что христианский бог Иегова — это инопланетное существо, это не новая идея, она была еще у тамплиеров. Просто доступ к этой информации открывался не сразу. Так вот, собственно, сами тезисы конспирологические, примерно, вот если мы берем всю информационную базу, которая есть сейчас, примерно процентов 30 там достоверной информации. Примерно процентов 30. Что я наблюдаю во всех остальных 70%? И естественно, что я являюсь сторонником этих 30%. Во всех остальных случаях я наблюдаю хайп, спекуляцию и манипуляцию этими данными, для того, чтобы, во-первых, срубить деньжат по этому поводу, потому что конспирологические теории, они очень популярны, востребованы. Во-вторых, те, о ком говорится в конспирологических теориях, очень заинтересованы в самих конспирологических теориях. Почему? Потому что это достаточно эффективный способ изъятия энергетического потенциала, когда люди психуют, эмоционируют все, чего они добиваются. Допустим, вот узнали они о том, что через закрытые зоны 50 и 52 в Аризоне там, идет контакт с инопланетными силами, и там, в общем, плохие вещи вершатся. Человек эмоционирует по этому поводу, он повлиять на это не может, но он эмоционирует, и через эмоциональность с него снимается энергетический потенциал, то есть идет энергетическая жатва. Конспирология в информационном пространстве сегодня работает на главных героев этой самой конспирологии. Именно поэтому конспирологические идеи распространились настолько массово, настолько популярными они стали. И более того, естественно, потом начали появляться самородки, достаточно юркие самородки от эзотерики, которые решили хайпануть на модном тренде. И начали доводить все это до гротескного абсурда. Началась конкуренция между хайпующими конспирологами, где они причем используют абсолютно естественную и абсолютно рабочую модель. Объясню, какую, просто чтобы как раз информационных технологий, чтобы у ваших подписчиков было понимание. Большинство людей дуально мыслящие, и они заходят в конспирологию с этой самой дуальностью, где люди привыкли, что вот у них есть установка. Вот у конспирологической общественности есть установка, что нам врут. И поэтому официальная история происходящего — обман.
Что делают хайпующие конспирологи? Они соревнуются, кто предложит более непохожую на официальную версию, версию происходящего. И в глазах дуально мыслящих людей, которые официальную историю уже записали в обман, чем больше предложенная версия будет не похожа на официальную историю, тем она больше будет правдиво выглядеть. Официальная история говорит, что человечеству там 13 тысяч лет назад. Давайте мы удлиним это до сотен тысяч, нет, до миллионов, до миллиардов лет. Вот, вот когда миллиарды лет, это выглядит поинтереснее. И началась конкуренция, кто более непохожую версию на официальную предложит. Такая версия будет выглядеть более правдоподобно. Это привело к тому, что я этого конспиролога не забуду никогда. Когда они умудрились Луну потерять, была целая информационная кампания, целый информационный такой вот всплеск, когда конспирологическая общественность умудрилась в 29-й лунный день потерять Луну. И возникли конспирологические теории, что Луну выключили, это доказательство того, что это голограмма, и Луну, в общем, ремонтируют эту голограмму, о том, что Луна повернулась к нам тыльной стороной, там идут боевые действия, и поэтому Луну скрыли, там, в общем, и так далее. То есть возникли уже самые разные, уже гротескные. И скажу вам так, что сегодняшняя ситуация в конспирологии информационная – это действительно реализация информационного приема маргинализации, о котором вы сказали. И причем это делается в основном самими людьми, которые хайпают на модном тренде. И в итоге доводят до гротескного абсурда те действительно состоятельные тезисы, которые есть в конспирологии. Ну, Андрей, вы знаете, мне кажется, вы высказались, конечно, мне кажется, очень мудрено, сложно. Сомневаюсь, что тут люди реально все-таки поняли, где конспирология, которая реальная, да, которая существует, и где, которая придумана, и как это все отличить. Во всяком случае, такой вопрос 100% возник, я уверена. Угу. Да, конечно. Мой ответ простой. Если... Надо проверять конспирологию и проверять конспирологию на предмет отдельных тезисов. Вот мы берем вот конспирология и набор тезисов. И если эти тезисы представлены в более древних, чем конспирология, духовных и мистических учениях в различных орденах, будь то тамплиеры, розенкрейцеры, будь то каббала, будь то буддизм, много из буддизма, кстати, взято тоже в конспирологии, как ни странно, из индуизма. То есть если вы видите, вот, что тезисы, которые есть в конспирологии, они есть и в более древних учениях, в том числе и в ведических учениях, то в таком случае это, естественно, это более достоверная информация. То есть здесь могут быть какие-то погрешности частные, но в целом это то, на что можно опереться. А если какие-то гротескные, абсурдные вещи, типа там Луну потеряли или то, что все женщины... Нет, это понятно, да. Но вот смотрите, такая самая ложь, которая очень хорошо похожа на правду, да, хорошая ложь. То есть можно же взять как раз тезисы из древних учений, да, чтобы придать им правдивость и достоверность, и вложить несколько процентов именно ложной информации, которая будет уводить людей в сторону, но при этом создавать абсолютно достоверную картинку. Именно. И вот здесь я хотел бы помочь вашим подписчикам научиться выявлять вот эти искажения. Всегда смотрите на побудительный мотив. Вот именно там кроется искажение. Вот смотрите, допустим, мы берем древнее учение, какое-нибудь древнее учение, состоятельное учение, но на котором хотят хайпануть или использовать его в манипулятивных целях. И оно достоверное, но его сегодня пытаются пустить, допустим, по другой траектории. И что для этого делается? Смотрите. Для этого вкрапляются именно те, вот действительно есть такая информация, что искривленное учение, кривда, где-то процентов на 90 состоит из правды. Вот где эти 10% оставшиеся? В случае с конспирологией, где эти 70%? Они формируют побудительный мотив. Вот, например, вы взяли книжку какую-то, прочитали книжку, и дальше послевкусие какое осталось? Что после прочтения этой книги я хочу делать? К чему, каким действиям вовне меня подводит эта книга?
И когда берутся, например, древние состоятельные учения, чтобы, и когда их корректируют, корректируют именно вот этот побудительный мотив. То есть что человек хочет делать. Вот, как правило, вот это делается через вкрапление определенных тезисов, которые вызывают у человека мотивацию, и он разгорается мотивацией, он мотивирован, и ему предлагается готовое решение. Какое? Вот очень важно нащупать это готовое решение. И все, и вот тогда будет уже идти определенный процесс. Вот, например, конспирологическая общественность. Вот возьмем на примере конспирологии. 30%, я говорил, там, состоятельной информации, которая действительно подтверждается сегодня. Но давайте посмотрим, как древние конспирологи, да, я понимаю, забавное словосочетание, но по сути древние посвященные, как они работали с этими знаниями. Ну, допустим, представим себе какого-нибудь тамплиера в средние века, и вдруг ему спустя много-много посвящений, много-много лет духовной практики и служения, ему открывается там сокровенная информация о том, что, что христианский Бог-Отец — это инопланетное существо. Ну, допустим, такой тезис есть. Что он с этим будет делать? Дело в том, что это раскрывается ему для того, чтобы он лучше понимал происходящее. Лучше понимал, и все. То есть получается, что изначальная суть мистических учений, откуда выросла конспирология, нужна просто для понимания, для того, чтобы там вот есть вот эти пазлы, которые понимают, что, как вот все это, чтобы все сложилось в единую картинку целиком. Понимаете? То есть меньше всего можно представить себе такого тамплиера, который будет забегать в храм и кричать верующим: «Люди, что ж вы делаете? Вы молитесь на инопланетянин». Меньше всего это будет. Понимаете? То есть посвященные именно тогда, и именно потому они и становятся посвященными, что умеют держать язык за зубами и не давать информацию тем, кто психически не готов, кого просто психически порвет, или же или вызовет агрессию в свой адрес. Понимаете? Поэтому, собственно, конспирология сегодня была развернута в другом направлении. Боритесь, не сдавайтесь, будьте борцами с системой, потому что систему создали темные, и поэтому вы должны бороться с ней. Вот как сегодня развернули конспирологию. И вместо того, чтобы быть в комплементарном режиме во взаимодействии с окружающим миром, напомню вам, что есть три основных режима взаимодействия с социумом. Комплементарный, взаимодополняющий, подход созидателей по принципу «критикуя, предлагая, предлагая, делай, делай, неся ответственность». Это тот путь, который я предлагаю, точнее, которым следую и который исповедую. Второй путь — нейтральный, параллельный. То есть у них там что-то свое, у нас что-то свое, мы живем своими семьями, родами, своим укладом. Это то, что есть тоже в славянском ведическом направлении. И третий подход — это именно оппозиционный, в контрах. И конспирология сегодня нужна для того, чтобы людей, искренне заинтересованных в позитивных изменениях, из комплементарного режима взаимодействия с социумом перевести в оппозиционный. Другими словами, конспирология сегодня используется как политическое средство создания оппозиционных настроений. То есть, другими словами, это разменная карта политики. И обратите внимание, в Америке конспирология вовсю используется в политике, и я думаю, что долетит это и до нас тоже. И люди, которые вместо того, чтобы понимать, что происходит, их на крючок с помощью конспирологии взяли и определили их социально-политическую позицию. Ну, я думаю, что момент еще, как отличить ложное учение от истинного, это в том числе, вот вы сказали, смотрите, на какие действия вас направляют, да, и мне кажется, тут еще важно смотреть, кого вам рисуют в качестве врага. Потому что, как правило, если вас в очередной раз разделяют и натравливают на таких же, как вы, собственно говоря, и вот если абстрагироваться, да, как люди живут, да, ну просто как бы находится какое-то такое отличие, мне кажется, вот это тоже может быть сигналом к тому, что это все-таки какая-то манипуляция над вами производится. Прекрасно. Опять же, бальзам на мои уши, Светлана. Благодарю за то, что вы это сказали. Я расскажу о том, как сейчас вот немножко технологически, как к этому приходят. Вот смотрите.
Вот давайте сыграем с вами в небольшую ролевую игру. Вот в небольшую такую, просто ролевая игра. Допустим, представьте себе, что мы с вами, Светлана, стали врагами. Ну, допустим. И решили бороться друг с другом. Ну, конечно, вы предлагаете бездействовать, а я вся в борьбе. Мы начали бороться друг с другом, да? То есть я знаю, что моим врагом, соперником является вот Светлана. Вы знаете, что вашим врагом является вот Андрей. Я конкретный человек. У меня есть свои конкретные сильные и слабые стороны. Вы человек, у вас есть свои сильные и слабые стороны. У меня есть свое дело, у вас есть свое дело и так далее. То есть мы будем изучать друг друга и бить друг по другу, как только сможем. Это, собственно, принцип любой борьбы. Искать, вы будете стремиться сокрыть информацию о себе, передо мной я о себе, я буду стремиться проникнуть в ваши тайны, вы в мои тайны, чтобы нащупать слабые места и по ним ударить. Это как ведется реальная борьба. А вот давайте теперь представим себе другой пример, что мы с вами вместе на одной стороне решили бороться против мирового правительства. Или рептилоидов. Вот я очень люблю рептилоидов, именно как образ. Это гениальное изобретение Дэвида Айка. Причем рептилоиды на самом деле, они есть с эзотерической точки зрения, они реально есть. Но я уверен, если бы до них, до самих рептилоидов, дошла информация о том, как их рисуют в конспирологии, они бы, я думаю, посмеялись своими чешуйчатыми ртами. Несмотря на то, что рептильные не улыбаются вообще. Так вот, мы с вами решили бороться против рептилоидов. Вот просто ролевой пример. Мы зарядились, мы с вами на одной стороне, мы борцы. Но мы столкнемся с вами с одной проблемой. Где рептилоиды? Вот смотрите, в случае нашего с вами конфликта, просто ролевого, вы есть, я до вас смогу дотянуться рано или поздно. Я тоже есть, вы до меня тоже сможете дотянуться. Мы реальные соперники друг для друга, реально существующие объекты. А рептилоиды где? Где масоны? Где мировое правительство? Проблема в том, что мы не дотянемся до них. Мы не сможем до них дотянуться. Руки короткие. Понимаете, рептилоиды, они вообще существуют в других измерениях. Нащупать эти измерения... Да, нащупать эти измерения можно, ну, я не знаю, каким надо обладать крупнокалиберным ясновидением, чтобы дотянуться до них. Ни один из мастеров, у которых я обучался, а это крупнокалиберные мастера, не дотягивают до них. То есть это какие-то другие измерения, очень далекие. И поэтому дотянуться, реально дотянуться до рептилоида, чтобы залепить ему пощечину, мы не сможем. Технически не сможем. Поэтому очень удобно. Смотрите, мы с вами начинаем вместе бороться против рептилоидов. Вот мы накопили такой конфликтный потенциал. Надо бороться, надо бороться, надо бороться. Но на самом деле все, что мы можем сделать, это обвинить кого-то в сотрудничестве с рептилоидами и против него начать бороться. А кого мы обвиним? Если у нас все будет поначалу получаться, будет получаться, когда мы кого-нибудь обвиним, спроецировав на него свою теневую сторону. Есть такое понятие проекция в психологии. Когда вытесненные, непризнанные теневые стороны себя, короче говоря, свои недостатки, проецируются на другого. И человек в себе этих недостатков не видит, а в других видит. Вот он не похож на нас, поэтому, наверное, он работает на рептилоидов. Поэтому, чтобы бороться с рептилоидами, надо бороться с ним или с ней. Понимаете? И в итоге, а этот кто-то, он может быть наш почти полный единомышленник. Как, например, вот обратите внимание, именно эту психодинамику показали некоторые ваши подписчики, которые были достаточно активны в комментариях к предыдущим видео. Они во мне увидели агента системы, Папа Гапона, Серого, кого там еще там, не помню всех эпитетов, которые были на всех этих. Почему они во мне это увидели? Потому что я немножко не похож, потому что у меня немножко другое мнение по некоторым вопросам. И то... даже не столько у меня другое мнение, сколько они на эмоциях дорисовали себе мнение, которое приписали мне. А на деле мое мнение другое. Так вот, смотрите, что получается, Светлана. Вот это желание бороться с теми, до кого мы не можем дотянуться, приводит просто к увеличению конфликтности в кругах единомышленников, где люди начинают обвинять друг друга в работе на систему.
И я это увидел на себе, потому что меня уже обвиняли и в том, что я работал на ФСБ, и в том, что я работал на Моссад, и в том, что я работал на МИ-6, британская разведка, и в том, что я являюсь евреем, и в том, что я являюсь масоном, и даже рептилоидом. Мой аргумент, что у рептилоидов борода не растет, не сработал. Хорошо. Андрей, ну вы знаете, вот вы сейчас сказали очень важную вещь для меня, во всяком случае. Вот хочу акцентировать на этом внимание. Именно возможность, человек начинает бороться тогда, когда у него есть возможность дотянуться до реального объекта. Почему вот сегодня, я просто сразу это переношу на нашу жизнь, я вижу, как очень много течений, я уже устала про это говорить. Я говорю, люди одного возраста, одних целей, одних стремлений сегодня друг другом грызутся, потому что у одних проблема это потому, что вот только статью Конституции изменить, и все замечательно, у других там еще что-то такое, вот там, вот если этот лидер придет, то мы замечательно заживем, но, короче говоря, вот какие-то вещи незначительные, да, которые людей выводят в сторону, но при этом они друг с другом постоянно борются. И это то, что мешает нам объединиться, это то, что нам мешает объединиться и противостоять реальному злу. И вот здесь как раз сохранять спокойствие необходимо, чтобы вовремя себя одергивать, не направляют ли тебя сейчас в очередной раз на твоего, собственно говоря, на такого же человека, который живет в тех же условиях и терпит те же лишения. По сути, у нас и так это все и происходит. Совершенно верно. И именно по той причине, что люди выставляют себе в качестве врага, ориентира в качестве врага, тех, до кого они реально не могут дотянуться, они начинают бороться с теми, кому приписывают работу на этого очень высокого врага, масштабного. То есть поскольку нет возможности дотянуться до реальных масонов, до реальных рептилоидов, до реального мирового правительства и так далее, давайте обвиним всех, кто на нас не похож, и всех, кто не хочет идти в нашу команду под наше с вами начало, давайте обвиним их в работе на рептилоидов и будем создавать себе иллюзию борьбы с рептилоидами, борясь с собственными единомышленниками. Вопрос, разумно ли это? С моей точки зрения, нет. Поэтому я в эти ролевые игры не играю, потому что вижу за этим волосатую руку информационных технологий.